13-я конференция, посвященная памяти выдающегося российского невролога, заслуженного деятеля науки, лауреата Государственной премии СССР академика Александра Моисеевича Вейна, проходила в Москве с 9 по 11 февраля. Вейновские чтения в последние годы приобретают характер масштабного форума, на котором собираются неврологи и врачи смежных специальностей, чтобы обсудить актуальные проблемы своей практической деятельности. Кстати, междисциплинарным проблемам было посвящено и научное творчество Александра Вейна. Возможность профессионального и человеческого общения в неврологической среде привлекает широкий круг практических врачей и специалистов. Для участия в двух последних вейновских чтениях были зарегистрированы по 3 с лишним тысячи человек. На нынешней конференции был внедрен новый формат мероприятий. Конференция проходила 3 дня и включала в себя пленарные сессии, сателлитные симпозиумы, мастер-классы, клинические разборы и видеопрезентации по актуальным вопросам неврологии, а также проблемам, находящимся на стыке дисциплин в области нейроиммунологии и нейроэндокринологии. Специальное внимание было уделено направлению неврология для врачей общей практики и детская неврология.